Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как обычно, Герман, и сегодня вас ждет шоу, в котором я берусь за ваши задания, которые вы подготовили для меня. Если я берусь за выполнение и не выполняю какое-то задание, то в конце выпуска меня ждет наказание. Собственно говоря, это рубрика «Миссия невыполнима», и мы начинаем. Ну что ж, друзья, я думаю, вы готовы смотреть выпуск, а я готов браться за ваши сложные задания, поэтому давайте просто-напросто послушаем сегодняшнюю миссию. Попробуй уговорить 10 незнакомых поцеловать себя в щеку. Давайте сделаем это. Нет, серьезно, друзья, я не знаю, получится у меня это или нет, потому что это вновь задание, которое требует не только моей какой-то подготовки, то есть это будет нужно сделать не мне, мне нужно будет кого-то уговорить сделать что-то, это в разы сложнее, и, друзья, я пока что абсолютно не представляю, каким образом я буду уговаривать, что я буду говорить, когда я буду подходить к девушкам, но я берусь за это задание, почему нет, пожелайте мне удачи. Друзья, мы находимся около парка имени Горького. Всем здорово! Я и Денчик Фломастеров, ссылочка на его канал будет в описании под видео. В общем-то, здесь мы и будем проверять, готовы ли девушки знакомиться с незнакомцами, и самое главное, готовы ли они дарить им поцелуи. Либо же они так готовы дать пощечину за это предложение нелепое. В общем, проверять это мы будем за счет игры, которая называется «5 вопросов». Ее суть вы узнаете уже во времени самой игры. Поехали пробовать. Поехали, братан. Надеяться... И удачи тебе. Давай. Справишься. Для того, чтобы все выглядело максимально естественно, да и чтобы не привлекать внимания, мы пользовались скрытой камерой. Звук же был записан с помощью петличного микрофона. В этот день, собственно, как и всегда, в парке Горького было довольно-таки много девушек. В общем-то, хватит разговоров, и давайте посмотрим, что же у нас получилось. Стенки, привет. Меня Герман зовут. Можно вас на 5 минут отвлечь? Как вы относитесь к блогерам? К видеоблогерам, да. Я присяду? Меня Герман зовут. Как тебя зовут? Элеонора. Очень приятно. Сыграйте со мной в игру, которая называется 5 вопросов. Вам нужно будет ответить на 5 вопросов неверно. Если вы отвечаете все правильно, то тогда я даю вам каждой по шоколадке. Если нет, то каждый из вас целует меня в щеку. Как угодно. Можешь отвечать, только не говори правду. Ни в коем случае. Если скажешь правду, то автоматически вы проиграли. Договорились? Ну, давай попробуем. Сколько у меня ног? Хорошо. А где мы сейчас находимся? Хорошо. А на какой планете мы живем? На Марсе. Так, сколько я вопросов задал? Так, сколько я вопросов задал уже? Я спорю, что у тебя не получится это сделать. Играем? Договорились. Все. Хорошо, ну, сколько у меня рук? Хорошо. А на какой планете мы живем? Ага. Чем вы сейчас занимались, пока я не подошел? Так, сколько я задал уже вопрос? Сколько я уже задал вопрос? Так, сколько я вопросов задал уже? Мы договаривались. Держи, девчонки, я обещал. Опа. Держите, девчонки, он обещал пошкал. Тебя поцелую. Опа. Держи. Ты его поцелуешь? Да. Если он купит? Нет, это давай. Она точно ламборджи не купит, я понял. Но он богат, у него машина есть. Мне парень есть. Ну, в щеку тогда. И сколько мне дадите? Договорились? Да.
А сколько ты хочешь? Давай так. Чтобы была бумажка. Договорились. Десяточка. Нет, договорились. Хорошо. Сначала деньги. Вот так, да, делать? Окей. Ладно, договорились. А, внимание, Герман сейчас... Ты нам браслетики доставишь? Покупает поцелуй за деньги. Да ладно, хороший трап так. А как? Нам 15. Ну, нам больше 18, честно. А тебе больше 18? Конечно. Так ты добавляешься до ребенка? Бежим. Как тебя зовут? Фамилия, имя, отчество? Ова. Год рождения? Вот, в парк Горького приходите, и девушки сами подходят и предлагают вам за некую сумму поцеловать щеку. Миссия выполнена, друзья, и на этой неделе я вновь избежал наказания, и это не может меня не радовать. Собственно, миссии не было ничего сверхъестественного, и если у вас есть желание, вы все то же самое сможете повторить самостоятельно. Ну а на этом, друзья мои, все. Напоминаю, что если вы хотите, чтобы именно ваше задание или наказание попали в следующий выпуск, переходите в описании под видео, там есть специальные ссылочки, которые ждут ваших креативных идей. Ну и на этом действительно все. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх, если вам понравился этот выпуск. С вами, как всегда, был Герман. Всем удачи и помните, что невыполнимых миссий не бывает. Пока!